октябре 28-го был еще фасадимец. Смелый паренек в Камчатке совершил велопробег по Советскому Союзу, по своей родной стране. Сквозь жару, мороз и вьюгу на железном шел конец. Травит хлеб страны герой, первым был, забыв покой, как Гагарин и Высоцкий показал нам мир другой. Мир прекрасный и далекий, очень близкий и родной, всю страну объединяя двухколесной колеей. Славу первой пятилетки по сравнению с пяти на пути объединяя добротой своей людей. Транссибирская дорога, среднеазиатский путь, черноморские маршруты, чтобы север обогнуть. Травит хлеб страны герой, первым был, забыв покой, как Гагарин и Высоцкий показал нам мир другой. Мир прекрасный и далекий, очень близкий и родной, всю страну объединяя двухколесной колею. Забыв покой, как Гагарин и Высоцкий показал нам мир другой. Мир прекрасный и далекий, очень близкий и родной, всю страну объединяет двухколесной колеей. ГТО значок получен, выбил все успех, и весь мир теперь узнает наш характер крепче всех. Долго жарился в пустыне, но на свальдах мир еле ел. На четвертый год вернулся жив и слава Богу цел. Травит хлеб страны герой, первым был, забыв покой, как Гагарин и Высоцкий показал нам мир другой. Мир прекрасный и далекий, очень близкий и родной, всю страну объединяй двухколесной колеей. Мир прекрасный.